Здравствуйте, это новости на канале СКАК. С вами Юлия Кленова. Смотрите в этом выпуске. Конечная цель, чтобы на 1000 человек было отдельное окно. Самара в аутсайдерах. Город сильно отстает по числу многофункциональных центров из-за дороговизны помещений. Он открыл прицельный выстрел в инспектора ДПС. Порядка 7 выстрелов. Дебошир на дороге. Директору одной из самарских фирм грозит уголовное дело за стрельбу в полицейского. Мы готовы сказать свое слово в общественно-экономической и политической жизни нашей губернии и всей страны. Во всем блеске. Первую в жизни госнаграду, золотую медаль получили лучшие выпускники школы региона. Этой осенью многофункциональные центры должны открыться во всех городах и районах губернии. А к 2015 году госуслуги по принципу единого окна смогут получать 90% населения области. Как продвигается работа, сотрудники областного правительства рассказали депутатам Самарской губернской думы. Пришел, увидел, получил. Государственные и муниципальные услуги не просто в одном здании, в едином окне. Доступ к МФЦ должен иметь каждый житель области. На это рассчитана специальная государственная программа. Хотя бы один многофункциональный центр должен открыться в каждом городе и районе губернии. На сегодняшний день МФЦ у нас открыт в 33 городских округах муниципальных районов Самарской области. До октября текущего года начнут работать МФЦ во всех 37 городских округах муниципальных районах. В городских округах Самара-Тольятти у нас в этом году открываются еще и филиалы МФЦ. Субсидии на создание МФЦ в этом году предоставлены Волжскому и Красноярскому районам. Готовятся к открытию центры в Похвистнево, Красноармейском, Нефтегорском, Шанталинском районах. Вся служба должна насчитывать около 1000 окон. Сейчас их примерно 670. На решение задачи полтора года. В этом году плановые показатели таковы, что мы на 5000 жителей должны создать обязательно хотя бы одно окно, которое будет обслуживать 5000 человек. При этом наполнение по региону должно быть 90%. Вот по такой сетке. А конечная цель, чтобы на 1000 человек было отдельное окно. Сложная ситуация в Самаре. Работа выполнена на 30% из-за дороговизны помещений. Но госпрограмма также предполагает создание мобильных бригад. Такая на 48 рабочих мест появится в губернии в этом году. Юлия Кленова, Олег Галочкин, СТВ. Уголовное дело в перспективе и 2 года лишения прав управления транспортом. Такое решение вынес мировой суд Самарского района директору одной из фирм Михаилу Жданову. В понедельник, 23 июня, мужчина устроил пьяный дебош на дорогах Самары. Управляя автомашиной «Рено», сначала он столкнулся с «Газелью» на улице Куйбышева, после чего скрылся с места ДТП и уже на улице Комсомольской столкнулся с автомашиной «Хюндай». Водитель также попытался скрыться с места аварии, но был задержан экипажем ДПС. Сотрудникам были приняты меры к задержанию и обнаружено транспортное средство, после чего, когда инспектор подошел к нему, он открыл прицельный выстрел в инспектора ДПС. Порядка 7 выстрелов. Вот после чего нами было принято меры к задержанию данного водителя. Да, оказывалось сопротивление сотрудникам полиции, после чего было применено специальные средства, наручники и физическая сила. Данный гражданин был в неадекватном состоянии, с сильнейшим опьянением. Пояснять на данный момент ничего не смог. Сотрудники отдела полиции Октябрьского района Самары провели рейд по точкам незаконной продажи алкоголя и пива. Выяснилось, что в отдельных киосках стараются соблюдать законы, алкоголь не продают. Но есть продавцы, которые в погоне за выручкой закон нарушают. Все подробности в нашем сюжете. Киоск на улице Советской Армии, согласно ассортименту, торгует различными продуктами. Пиво на витрине покупатели не видят. Но обратившись к продавцу с просьбой о продаже пива, можно купить этот пенный напиток. Во время контрольной закупки продавщица без проблем продала бутылку пива. Завидев сотрудников полиции, женщина пояснила, что просто пожалела покупателя. 5 бутылок, вон оно в этом осталось, галька оставила. И я решила одну продать. Вон, можете сфотографировать, вообще нет пива Жигулевского. У меня его нет. Согласно закону, продавать пиво и другой алкоголь из подобных нестационарных киосков запрещено. Торговлю можно осуществлять лишь в кафе или в стационарных магазинах. Данная гражданка пояснила, пиво должно было вывезти сегодня, должны были вывезти, но так как еще машина не подъехала, она решила все-таки продать самовольно данную бутылку пива. В данных киосках реализация пива запрещена, можно только продавать пиво, где организована закусочная.
Теперь на хозяина киоска составили административные протоколы. Ему грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Оксана Банина, Олег Павлов, СТВ. Сотрудники Самарской таможни с начала года изъяли более 2,5 килограммов различных наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. По фактам контрабанды наркотиков возбуждены 3 уголовных дела. Какие способы доставки зелья предпочитают наркоторговцы, расскажет Оксана Банина. Международные почтовые отправления по-прежнему остаются одним из популярных способов торговли наркотиками. С начала года самарские таможенники обработали свыше 1,5 миллиона почтовых отправлений. Преступники постоянно ищут новые способы сокрытия наркотиков и психотропных веществ. Прячут их в книги, диски, игрушки. Основные страны-поставщики зелий – Китай, Индия, Голландия. В этом году таможенники уже выявили 58 подобных фактов. Но научно-технический прогресс, говорят в таможне, не стоит на месте. Производители наркотиков изобретают, меняют формулу вещества, таким образом выводя его из-под официальных списков наркотических веществ, но по сути оставляя воздействие на центральную нервную систему человека таким же. В этом году сотрудники Самарской таможни также провели 4 контролируемые поставки наркотиков в Москву, Санкт-Петербург и Оренбург. В результате возбуждено 3 уголовных дела по статье «Контрабанда». Быстрее всего мы сработали с нашими соседями, с Оренбургом, провели мероприятие буквально в течение нескольких дней. То есть в течение недели уже человек был задержан, дал признательные показания, и, насколько я знаю, он уже в настоящее время, по-моему, даже осужден. Оксана Банина, Эдуард Растегаев, СТВ. Коммунальное безразличие. Жители дома на улице Авроры пытаются обратить внимание коммунальщиков на проблему, которая рано или поздно может привести к трагедии. Рядом с двухэтажным домом растет огромный, наполовину высохший тополь. Он вызвал опасения и у нашей съемочной группы. Улица Авроры, 19А. Последние пару лет внешний вид тополя, стоящего буквально в 5-7 метрах от двухэтажки, не без оснований вызывает у жителей чувство тревоги. Один ствол дерева абсолютно высох и наклонился в сторону дома. Даже при малейшем ветре падают большие ветки, стволы, которые могут поранить человека. Тополь наклонен в сторону дома. И трещины, которые в нем есть, вызывают опасения, что тополь может упасть на дом. Последствия такого падения жильцам даже представить страшно. Однако их беспокойство коммунальщики разделять не намерены. После нескольких письменных и устных жалоб даже оценить состояние дерева никто не приехал. Звонили, писали, уже уписали. Еще организация по озеленению какая-то есть. Вот соседка писала туда. Никто не приезжал. Говорят, что дерево не их. Чье это дерево? Мы тоже не знаем. Помощи в разрешении сложившейся ситуации жильцы намерены искать в районной и городской администрации. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. И вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Настоящий мини-городок Иволга-2014 поражает своими размерами. Самарский регион вновь стал интеллектуальной площадкой для талантливой молодежи. Продолжаем выпуск. В Самарской области идет подготовка к досрочным выборам главы региона. Они состоятся 14 сентября в единый день голосования в 30 регионах России. В нашей области это будут первые выборы губернатора за последние 14 лет. В связи с этим прошло совещание председателей избиркомов области и специалистов, которые отвечают за работу системы ГАЗ-выборы. Она позволяет практически в режиме реального времени подводить итоги голосования с помощью современных технологий. Все сотрудники избирательных комиссий пройдут дополнительное обучение. В нашем регионе свой гражданский долг могут исполнить более 2,5 миллионов человек. Но, как показывает статистика, жители Самарской области не слишком охотно идут голосовать. Возможно, в сентябре ситуация изменится. На выборы надо прийти по одной простой причине. Выбрать власть, ответственную перед избирателем. Чтобы потом человек мог потребовать от этой власти, так как он пришел на выборы и выполнил свой гражданский долг, потребовать и ответственное отношение к данному человеку.
Есть чем похвастаться. Общественный совет при Самарской городской думе озвучил итоги работы за все время своего существования. Напомню, эта структура появилась в 2005 году. До этого момента в Самаре были лишь небольшие группы активистов, которые пытались решать наболевшие проблемы города. Сегодня совет занимает важное место в представлении интересов столицы губернии на областном и федеральном уровнях. Подробности в следующем материале. Если составить перечень всех дел Общественного совета при городской думе, этот список вместит в себя сотни пунктов. Сегодня нет такой сферы деятельности, в которую не вмешивалась бы общественность. Это и привлечение внимания к сохранению исторических памятников культуры, активное участие в разработке генерального плана города и даже внесение изменений в городской бюджет. Таким образом, все проекты, которые разрабатываются и принимаются городской думой, обязательно проходят под жестким контролем общественников. Мы внесли предложение, отправили его в Думу, в администрацию городского округа, и денежные средства были выделены на создание общественных дружин по нашей рекомендации. По словам специалистов, в ближайшее время общественный совет намерен больше уделять внимание вопросам ЖКХ. Это направление на сегодняшний день, увы, пока одно из самых проблемных. Благодаря общественному совету власть стала открытой, и она стала подконтрольной. Потому что те решения, которые невыгодны горожанам, те решения общественный совет не принимает. И они даже не обсуждаются в городской думе, потому что они все отсекаются на стадиях комитетов и более низком уровне. На пленарном заседании, посвященном 20-летию работы городской думы, напомнили, деятельность общественного совета высоко ценится. Он трижды оказывался в числе лидеров в конкурсе названия «Лучший общественный совет» при органах самоуправления муниципальных образований. Катерина Колонтаевская, Олег Галочкин, СТВ. Их опыт бесценен, их поддержка необходима. Герои войны и труда, люди, не жалевшие сил на благо страны и Самарской области, обсудили важную новость – выборы губернатора. Временно исполняющий обязанности главы региона Николай Меркушкин принял участие в форуме ветеранов. Подробности далее. Не стареют душой ветераны. Пока не начался форум, они танцуют. У каждого из них своя интересная история. Через руки Николая Казакова, бригадира слесарей-сборщиков-испытателей ЦСКБ «Прогресс», прошли морские крылатые ракеты, лунная ракета «Н-1» и система «Энергия Буран». За ее запуск он получил высокое звание Героя соцтруда. Ветеран вспоминает, перед стартом работали сутками. Не уходя домой, ели и спали на работе. Мы старались. И благодаря нашим усилиям, конструкторов, рабочих и инженерно-технической службы, мы добились того, что с первого раза, хотя такое бывает, случается редко, у нас изделие пошло. Именно такие люди создали промышленный, научный и человеческий потенциал Самары. Ветераны аплодисментами встречают главу региона Николая Меркушкина. На них все держится, и от них многое зависит сейчас, уверен временно исполняющий обязанности губернатора. Вы люди, которые прошли большую жизненную школу, вы очень хорошо представляете все плюсы и минусы, которые сегодня есть в обществе, в области. И вы лучше всего, наверное, понимаете, насколько важны на этом отрезке времени будут эти выборы. Подобные встречи проводятся не только в столице региона, но и в муниципалитетах Сызрани, Похвистнево, Красноармейском районе. Ветераны поблагодарили Николая Меркушкина за его труд на благо Самарской области и призвали выставить свою кандидатуру на выборах на пост губернатора. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. Первую в жизни государственную награду, золотую медаль, заслужили более 1600 выпускников школ губернии. Чтобы еще раз подчеркнуть их статус, церемонию провели в Самарском театре оперы и балета. Медалисты, у которых в аттестате только пятерки, приехали из 5 городов и 18 муниципальных районов. О золотом фонде региона Дина Сметанова. К этой молодежи термин «прожигатели жизни» относится меньше всего. Они умудрились за время школьного обучения заслужить только отличные отметки. И это при том, что сейчас в большинстве школ есть специализированные предметы с углубленным изучением, так что приходится вкладывать все свое усердие в то, что нравится, и в то, что не очень. Здесь особая гордость, скорее гордость как преподавателя, что ты сумел вложить в ребенка те знания, что он их взял, ребенок, и у него это получилось. Это наш золотой фонд. И мы очень хотели, чтобы в том числе и сегодняшняя церемония послужила тому, чтобы этот золотой фонд служил Самарскому краю прежде всего. Если мы сделаем все для того, чтобы таланты дальше
могли себя раскрывать в вузах наших, на наших предприятиях, в исследовательских центрах и так далее, конечно, мы можем верить все. Николай Меркушкин и сам стал золотым медалистом в 1968-м. Пообещал, что если кто-то из награжденных не поступит в ВУЗ по результатам ЕГЭ, обучение возможно за счет областного бюджета. Я бы хотела продолжить свое образование в Самарской области, так как я считаю, что наше образование в нашем регионе одно из лучших в России. Самарская область – это крупный промышленный центр. И я приложу все силы, чтобы помочь региону оставаться на тех же лидирующих позициях. Первая в жизни государственная награда, уверенный старт в профессиональное образование. И когда Минобразование попыталось отменить медали, власти нашего региона первыми решили золото оставить. Именно для самарцев медали отчеканили в первую очередь. Когда наш губернатор объявил о том, что они снова как входят в силу, мы, конечно, очень обрадовались, потому что для нас это было очень важно. Награды получили и родители золотых детей, благодарность губернатора за творческий климат в семье, воспитание порядочности и целеустремленности. Вместе с медалью во всем блеске еще один заслуженный подарок отличникам – часы, которые уже отсчитывают время новых свершений. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ. В регионе продолжает работу инновационный форум «Иволга-2014». Самарская область уже второй раз стала интеллектуальной площадкой для талантливой молодежи Поволжья. В этом году форум получил статус международного. Александр Семенов продолжит тему. Настоящий мини-городок Иволга-2014 поражает своими размерами. На то, чтобы пройти всю территорию фестиваля, понадобится не менее часа. И на каждой площадке идет работа, интеллектуальная и физическая. Молодые новаторы живут прямо здесь, на живописном побережье Мастрюковских озер. Здесь же и работают, и обмениваются опытом с ребятами из других регионов. На этом острове, на нашем молодежном форуме собралась самая креативная, самая продвинутая, если можно так сказать, молодежь российских регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, и молодежь Китайской Народной Республики. Каждый участник приехал со своей перспективной работой, с техническим или гуманитарным проектом. Молодежь должна доказать, что именно их наработки имеют шансы на будущее. На кону весьма серьезная награда – реализация проекта в жизнь. Правительство поддержит инноваторов рублем. Очень подготовленные приехали делегации с регионов. Значительно больше представлено проектов регионами, в том числе нашими. Вот ребятами Самарской области, которые представляют, и по качеству делегации наша делегация получше, потому что количество проектов на сегодня представленных треть из Самарской области. 550 из 1500 проектов. Презентации, мастер-классы, открытые лекции и простое общение. Деловая программа весьма насыщена. Китайские гости заняли активную позицию. Они ни в чем не отстают от своих российских сверстников. Я знаю, что этот молодежный форум проходит по инициативе уважаемого президента России Владимира Путина. Его инициатива является очень креативной. Это начинание, которое нацелено на далекое будущее. На форуме уже рождаются российско-китайские проекты. Участники искренне верят в такое международное молодежное сотрудничество. Ну, это что-то грандиозное, нам всем очень нравится. Мы получаем очень много полезной информации, но в то же время мы успеваем развлекаться, как-то общаться друг с другом, находить новое знакомство. В общем, нам все нравится. Российское Поволжье и китайские провинции долины реки Янцзы будут сотрудничать. Стороны подписали 7 соглашений между регионами двух стран. Стоит отметить, что международный форум «Иволга» закончит свою работу 28 июня. Александр Семенов, Эдуард Арстигаев, СТВ, Мастрюковские озера. Далее смотрите прогноз погоды и программу «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimanski.ru. Читайте наши новости Перми в социальных сетях, в группах СКАТ СТВ Самара. И заходите на сайт телерадиокомпании СКАТ. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся.